Вот белки, интересные существа. Все ближе и ближе к городу подбираются. Не хотят, наверное, за шишками лазить, а лучше на кормушках тут пропитание найдут. Сегодня ходил в лес погулять, взял с собой семечек, думаю, покормлю синичек. Вдруг выскакивает сверху, спускается и давай семечки есть. Летом их тут целый выводок был. Сначала одна белка, вторая, потом целое семейство. А сейчас зимой немножко разбрелись, а семечки вот никак ждут, пока он наестся. Не знаю, наверное, это бельчонок, папа, наверное. Вот. Ну, так ловко. Я ему как-то орешек принес. Так он этот орешек, наверное, за 5 минут быстренько весь скорлупу разгрыз. Хотя скорлупа такая жесткая была. Вот съел с удовольствием. Ну, вот и от семечек тоже не отказывается. Сегодня погода хорошая была, солнечная. Собаки, правда, тут бегают, их немножко пугает. И говорят, куница тут объявилась. Ну, поэтому их тоже им надо ухо востро держать. Хотя они очень осторожны и всегда передвигаются, все как-то нервничают. Попробовал их тут снимать в замедленную съемку делать. Где бы так тоже интересно. Но сегодня взял камеру, объектив 85 миллиметров, поближе подошел, вот, поснимал их. Уже температура плюсовая, ну, шкурка у них еще мех такой зимний, а синички сидят, ждут. Но тоже, как только белка уйдет, сразу же прилетят тут, и у них и крошки есть, и крупа накрошена. Ну, вот люди всегда как-то заботятся. Я тоже не забываю брать с собой немножко еды, угощать их и наблюдать. Это одно удовольствие, так смотреть, как они тут кушают.